Тимофей Сидоренко обожает футбол, он болельщик Ростова и сборной России. Но просто смотреть игры для него мало. Несмотря на свою особенность, подросток прекрасно управляется с мячом. Я живу им, и я с 2016-го, даже чуть-чуть раньше, играл с ребятами, с обычными, футбол, поэтому я и решил в Ростове-на-Дону открыть футбольную команду на колясках. Так наш город может стать вторым в развитии этого вида спорта после Санкт-Петербурга. Именно там Тимофей увидел футбол колясочников и вместе с папой стал стучаться во все двери. И в декабре месяце Тимофей не выдержал, написал письмо Мишустину с просьбой того, чтобы футбол на колясках в Ростове-на-Дону появился. И вот спасибо Министерству спорта, спасибо РФС, они услышали зов помощи, помогите, откликнулись. И вот сейчас вы видите начало этому движению дано. А началом стал приезд спортсменов из северной столицы с мастер-классом. Ворота остались без внимания. Футболу на электроколясках в Ростове быть. Уже с 1 июля на базе спортшколы номер 27 начнутся тренировки 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. Старт новому виду спорта дал бывший футболист сборной России Алексей Смертин. Им, конечно, важно, чтобы как можно больше было игр, как можно больше вовлеченности их, потому что через вовлеченность в футбол, в данном случае на колясках, идет социализация. И это очень важно. И футбол является неким инструментом. Здесь не важен счет на табло, здесь важно самоучастие. Футбол на электроколясках как вид спорта в России пока официально не признан. Но есть планы, что уже в 2024 году он войдет в программу Паралимпийских игр в Париже. Самое главное в жизни ребенка, что здорового, что особенного, это зажечь его внутри огонь. И он тогда будет и здоровенький расти, и выздоравливать быстрее, если он болен. И я думаю, что футбол на колясках – это именно тот огонь, который зажигает изнутри человека. Я хочу, чтобы этот футбол по всей России, не только по всей России, но по всему миру был и развивался. Лев Клинов, Елена Доронина, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.